И снова здравствуйте, всем привет. Итак, много уже сделано, значит, животных для анимации. Можно делать неплохие сценки. Это вот здесь они находятся в группе ВК. Ссылку оставлю в описании. Заходите, качайте. Тут уже и гиены, и собаки, и волки, и информация. Значит, крокодилы, пауки. Ну, много всего. Так, и давайте в этом ролике сделаем, значит, зайца. Вот зайца нет, чтобы за ним, значит, кто будет гоняться. Так, ну я думаю, найдем, кто за ним побежит. Вот, пускай гепард есть. Слоны, львы, собаки. Так что бежать будет кому. Ну, погнали. Итак, по прошлым роликам, опять же, давайте откроем куб, вытянем куб. Так, теперь нам нужно куб подразделить, чтобы на нем нормально все рисовалось. Вот опять же, можно включить флур, чтобы видеть размер нашей модели будущей. Так, прежде чем подразделять, значит, куб, нам понадобится его вытянуть. Так, Ctrl-Z, если вы что-то не туда потянули. Ну, думаю, такого пространства мне достаточно будет. Делаем Make Polymesh. Делаем Geometry. Делаем Dynamesh. Так, все, куб подразделился. Теперь нам понадобится закинуть сюда текстурку какую-нибудь зайца. Так, это где они у меня тут будут? Заяц. Так, тут с текстурами. Так, ну вот этого будем делать под рик. Давайте теперь текстуры выберем нашу картинку и нажмем вот эту вот функцию видимости. Так, зайца буду делать побольше. Так, и, наверное, чтобы вам было виднее, вот так вот сделаю. И чуть-чуть светлее, чтобы был. Так, теперь Z отключаем все. Вытягиваем, значит, наш куб. Подгоняем наш куб. Так, давайте еще сделаем Z и чуть-чуть все-таки его уменьшим. Вот так. Вот таким образом, чтобы все попадало. Ну а теперь кисточку среднюю такую делаем по персонажу и делаем через Ctrl маскирование. Первое, что мы делаем, это значит нам понадобится тело. Аккуратненько вот так обводим. Тело можно сразу делать с головой. Голову потом отсобачим. Уши будем делать отдельно. Так. Это самый лучший способ именно по болванкам, если вы с картинки делаете, а не с головы. Так что рекомендую очень. Так, теперь делаем дубликат. Ctrl, снимаем маску. Забираем у персонажа, значит, наши вот эти лапы. Так. Ну, приблизительно. Так, здесь вот наметка есть. Вот с этой наметкой и делаем, значит, ключицу. Так, нормально, да? Теперь сделаем дубликат. Ctrl и, значит, заберем у персонажа уши. Так, Ctrl-Alt. В принципе, пойдет. Потом их вытянем, дотянем, там переделаем. Так, что нам тут не хватает? Да, в принципе, все, да? Хвостик уже уж вытянем как-нибудь. Shift Z. Погнали. Теперь делаем Ctrl-I. Инвертация маски. Снимаем маску и делаем Dynamesh. Следом, значит, что у нас получается лапы. Ctrl-I. Переводим, вытягиваем, делаем маску
снимаем, значит, маску, делаем дайнамеш, перерабатываем сетку. Ну и следом, что тело, Ctrl-I. Так, вот такие получились у нас детали. Теперь все это нужно дело замаскировать, делать Ctrl-W, назначить две полигруппы, чтобы одну полигруппу, нажав Ctrl-Shift левой кнопкой мыши, можно было отделить. И, значит, в геометрии, в Modify Topology сделать Del Hidden, удалить ненужное. Через Alt меняем, значит, наши вот эти саптулы, чтобы не лазить в верхнюю вот эту панельку. Делаем Ctrl-W, назначаем ногам полигруппу, делаем Ctrl-Shift левая кнопка мыши и Del Hidden, удаляем то, что скрыли. Так, что у нас тут еще выходит? Лапы есть. Ну, давайте ухо. Так, теперь Dyna Ctrl-W, выделяем Del Hidden. Ну, в принципе, все. Заяц намечен. Теперь нам нужно закрыть вот эти все детали и сделать их симметричными. Первое будет ухо Mira N12. Через Alt выбираем тело, подводим на центр, чтобы он закрылся. Зеркалим его, значит, по осям. Ну и лапы то же самое. Так, теперь Alt. Левая кнопка мыши, можно переводить. Значит, транспоз. Так, уменьшаем. Вытягиваем. Ухо. Вытягиваем. Итак, получился вот такой вот заяц, да? Shift Z. Так как лапа у него чуть на взлет. Давайте лапы перекрутим. А лучше отделим вот эту лапу. Сделаем Ctrl-W. Эту лапу тоже Ctrl-W. Чтобы была разная полигруппа. И теперь разобьем это все. Split, Group, Split. Через Alt выберем лапу, значит, зайца. Поставим ее поровнее. Уведем чуть-чуть подальше. Так, с этой вроде бы проблем нет. Ну, такая поза у него будет. Делаем mirror. Чуть-чуть можно сплюснуть. Ну, сейчас все будем подгадывать. Через Alt заднюю лапу mirror. Так, теперь ухо mirror. Выбираем кисточку Move Topology. Так, компонуем, значит, ухо. Делаем mirror. Чуть-чуть, значит, можно его заострить, затянуть. Ну, а теперь поработаем с головой. Вот здесь у нас голова, шея. Давайте все это дело замаскируем. Сделаем Ctrl-I. И, значит, через транспоз поровнее поставим и все это дело сплюснем. Голова у зайца не сильно такая толстая. Так, здесь все мы сейчас выгладим, вытянем. Move Topology. Сетку можно отключить. Все это дело выглаживается. Так, что у нас получается по ключице? Так, здесь у нас утягивается Mirror and Well. Так, задница, ребра, X английская, чтобы работать с симметрией. Так. Ну и стараемся, значит, вот эту вот штуку. Я думаю, что здесь живот, его надо как бы приподнимать. Так, здесь у нас грудина должна быть утянута. Ну и вот эта часть как бы большеватая кажется. Так.
Ну, что-то в этом духе. Что-то в этом духе. Вот такая получилась болванка, значит, персонажа. И вот это все дело нужно теперь отгладить. Гладить я буду скульптурой с Альфа 6. И если кому-то интересно, опять же, будете спрашивать, почему все не делаешь в зебре, то скульптурой с Альфа 6 мне как-то вот эти выглаживания очень нравится делать. Там кисточки работают вообще нежно, мягко. Так, ну вот такой получился заяц. Объединяем теперь этого персонажа. Я сохраню, если кто-то захочет поработать, значит, вот с такой болванкой будет файл, значит, в папке для скачивания. Ну, там уже и риф должен будет быть. Сделаю. Save as. Заяц 1. Так, теперь мы это все дело, значит, объединяем. Объединяем через Merge Down. Always, чтобы 100 раз ОК не жать. Вот, получился заяц. Но теперь в чем проблема, что нам нужна одна полигруппа и одна сетка, чтобы это все склеилось. Делаем, значит, DynaMesh. Так, и Ctrl-W. Делаем экспорт модели базовая. Ну, идем в Sculptis Alpha 6. Итак, заходим в Sculptis Alpha 6, закидываем сюда. Где он тут? Зайца, New Scene, ставим симметрию, ставим детализацию где-то посередине, ну, чтобы сетка более-менее нормальная была. И флатеном сейчас будем все это дело выглаживать, вымазывать. Так, сначала все можно выгладить. Вот эти вот переходы большие, ключицы надо сгладить. Старайтесь сильно не изменять форму, вот эти вот размеры. Как-то вот более по бокам, вот так можно здесь выкручивать, выглаживать, но поменьше трогать, значит, саму вот эту форму. Лапы сделаем тоньше. Хочу, чтобы заяц был не качок, а такой более похож на зайца, да? Чтобы тонкие ноги были у него. Тогда будет анимация прикольней. Так, ну и тут вот зад вот этот слишком, значит, большеват. Выкрутим немножко лапы. Ну, они у него так и должны быть. Так, таз уменьшим. Плечевой пояс у нас у зайца как у качка. Грудинку, ребрышки натянем. И вот у нас что получилось с ушами, да? Но это не проблема. Я их не подогнал. Все равно переделывать. Так. Так, и желательно сюда сейчас подключить именно, как выглядит голова. Так, что у нас тут с лапами? Немножко я тут перетянул их.
Ну вот, заяц потоньше, теперь надо картинку. Подключаем сюда background, находим, где вот у нас этот заяц. Так, образец есть, чуть-чуть я его хотел на бок вывести, ну ладно. Так, теперь что у нас? А теперь попер у нас скульпт. Так, голова у него полукругом, тонкая. Так, с ушами сейчас подразберемся. Так, теперь, значит, у нас на два глаза ему засобачить. Через Alt делаем впадины под глаза. Теперь, значит, выводим ему морду лица. Так, выглаживаем, выглаживаем. Так, что у нас там? Нос правильно уходит. Теперь, значит, у него... Так, а где у меня клей? Так, немножко уплотняем сетку, делаем тут по прошлым роликам все под уклоном. Если вы хотите что-то вминать, то с Sculptis Alpha 6 лучше работать под углами. Вот, можно тут выровнять глазницу. Так, здесь вот у нас чуть-чуть непонятный переход. Так, глаза есть. Многовато, наверное. Ну, ничего, забрать, значит, это дело подправится. Так, немножко резким кризом. Так, вот здесь вот еще надо шею утончить. О, шея нам такая не нужна. Ну и опять же, под углами все это дело делаем обтекающим, гладким. Так, Ctrl Z, многовато я тут ему по шее погулял. Так, ну и чуть-чуть, конечно, вот здесь переборы. Хотя по рефу все делалось. Так. Так.
Так, так, так. Через Alt. Так, это что у нас включено тут? Вмятину делаем для ушей. Так, в ZBrush это все потом подкорректирую. Не хочу сейчас сильно на уши надавливать. Придаем форму. Так, они от бока отходят. Все нормально. Так, рисуем теперь губу, нос. Кисточку поменьше. Так, немножко поработаем с нижней челюстью, а то она тут что-то совсем законченная. Так. Теперь нужно будет обрезать лапы и, значит, посмотреть, куда они сгибаются. Наметить приблизительно, где у него будут тут пальцы. Так, и добавим немножко, значит, вот сюда вот мяска на внутреннюю часть. Так, ну копчик тоже ему понадобится. Вот тут добавочка. Так, что у нас тут получается по внутренней части? Доработочка, да? Так. Разрезочка. Так, тут ребра у него. Так, теперь давайте добавим хвост. Хвост ему надо добавить. Так. Наверх. Ну а теперь так, и он как бы капелька идет у него вот так.
Ну и чтобы им потом можно было управлять, давайте сразу подрезку им сделаем. Так, что у нас тут еще, чтобы потом не переделывать. Так, ну вроде нормально, наверное, еще придется чуть-чуть шею ему вытянуть, чтобы ну, шея побольше была, да? Ну, посмотрю сейчас на рефах. Сейчас нужно его будет отделить, значит, рот, чтобы открывался, вставить потом глаза, веки, и будет нормальный персонаж. Так, по нижней челюсти слишком она вот эта выпечена, она там вообще маленький у него ротик должен быть. Так. Так, ну все, вот такой пока результат. Теперь надо закинуть его в ZBrush, чуть-чуть подкорректировать, значит, вот эти вот пропорции, сгибы лап. Вот. Пролепить чуть-чуть, значит, здесь вот эти вот пальцы. Ну, покрасить и вставить рик. Ну и заставит зайца бегать. Итак, вот такой результат. Сейчас X-симметрию отключаем. Было и стало. Немножко теперь корректировки и все. Будет хороший заяц с хорошими показателями для бега и анимации. Так, ну как красить я не буду показывать, уже предыдущих роликов очень много было, и по развертке все ролики есть. Ну вот хотелось бы еще раз вот вам показать вот такой способ, значит, делать, значит, болванки персонажей, ну это с картинок. Ну если сами что-то нарисуете, закиньте картинку сюда, замаскируйте, и у вас будет четко по картинке, значит, персонаж. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания. Персонаж будет в группе для скачивания. Я на него потом, может, еще обзор сделаю. Уже с ригом покажу, как он выглядит. Ну и, может, даже анимацию покажу, сделаю ему.